Вот чего в Сочи не хватает, да? Леруа Мерлен, где можно все-все-все приобрести для квартиры, для ремонта, для отделки. Ребята, я приветствую вас. Если вам кажется, что мы отдыхаем, нет, мы работаем. И сегодня у нас будет рабочий день компании Мастерхаус, которая есть в Мытищах, филиал московский. Так что оставайтесь с нами, будет много чего интересного. Я уверен, что наши зрители есть те, которые имеют квартиру в Москве, так что мы можем вам в этом помочь. Ну а сейчас мы приехали кое-какую мелочь закупить с Сергеем. Это наш представитель нашего филиала. Сейчас мы его найдем. Он куда-то у нас уже убежал. Смотрите, какой здесь шикарный выбор. Чего тут только нету. Сергей, Серег, что ты там ищешь? Да. Что-то закупает уже. На объекты? Да, куда же еще? У нас есть с тобой готовая квартира, которую можно показать нашим зрителям? Есть Пушкина. Пушкина? Да. Мы сейчас туда съездим? Да. Расскажешь, покажешь? Хорошо. Все. Так, ну что, мы едем дальше, затариваем. Это Галина, кто не знает сердце нашего офиса. Мытище. И она у нас еще занимается проектами, которые мы ей даем из Сочи. Так что те, кто может за кадром ее не знает и общаются наши сочинские клиенты, можете знать. Ну а мы сейчас куда едем? На квартиру. Поехали смотреть. Погнали. Квартира 217. Так, смотрите, куда мы приехали. Может быть, кто-то уже узнал. Это жилой комплекс «Новая Пушкина». Блин, охренеть, сколько здесь настроили. Это каменные прям джунгли. Есть и детские игровые площадки, есть парковочные зоны. В общем, это же ФЗ, это вам не ЖП, которая строится у нас в Сочи, да, или еще где-нибудь. Поэтому все по нормам, по строительным, как положено. Есть крепление под кондиционер, это здорово. Я не продаю здесь квартиру, поэтому не могу сказать, сколько она стоит. Единственное, я могу сказать, что ориентировочно вот примерно такую квартиру, которую вы увидите, можно сдать где-то примерно за 25 тысяч рублей. Ну а покупалась эта квартира что-то в районе около 5 миллионов рублей. Вот. Ну и сам ремонт мы сейчас вам покажем, вы оцените. И если вы сделали что-то по-другому, на чем-то сэкономили, можете написать в комментариях. Я думаю, что это будет интересно и полезно для наших зрителей. Погнали смотреть. Так, смотрите, поменяли здесь сразу дверь входную. Вот такую. Мы заходим в квартиру. Что у нас? Здесь все чистенько. Надо, естественно, разуться. Так, Сергей, рассказывай, какие материалы здесь применяли, что у нас на полу? Здесь кварцвинил. Кварцвинил. Вот чем он лучше, например, чем ламинат? Он не боится влаги. Так. Совершенно. По цене? По цене он дороже. Дороже он сам будет... и работа его тоже. И работа должна быть подготовлена. Поверхность для кварцвинила очень идеально, потому что полы должны быть идеально ровные. Потому что у него принцип, как, наверное, у этого, у линолеума, правильно, такой мягкий? Не линолеум, он чуть толще линолеума, но чтобы не расходились вот эти швы, должна быть идеально ровная поверхность из-за этого. Так, ну вот у нас однокомнатная квартира, получается вот такой вот коридор. Потолки здесь у нас, получается, натяжные. Есть багеты, да? Багеты приклеили, покрасили. Да. Вот если багеты, это же у нас дороже. Да, и дополнительная работа, потому что это... Это обои. Это дополнительная работа, потому что приходится приклеивать, шпаклевать стыки. Угу. И 2-3 слоя проводить покраску. Вот. Ну давай сердце включай. Сердце? Конечно. Сердце включает. Самая красота. Сердце включает. Так, это у нас ванная комната. Так. Вы ее уже, конечно, видели. И использовался керамогранит 1,20 м на 60 м. Широкого формата, ребят. Широкий формат. Я вас сразу предупреждаю, что эта работа стоит более дорогостоящая. Да? Вот посмотрите, какой широкий формат. Я уже вам по Сочи показывал, что есть обычная керамическая плитка маленькая, есть вот такая. Также мы при укладке этого широкого формата, я имею в виду этого керамогранита, да, так как у нас с магазина идет раскладка уже на листе, мы слегка переиграли все это, и посмотрите, мы вот этот вот
шов. Угу. Мы шов убрали под направляющую душевой кабины. Скрыли его, так да, сказать. Чтобы он не бросался в глаза. На чертеже он был где-то примерно вот в этом районе, целиковое. Мы переигрываем всегда и стараемся прятать так, чтобы этот шов не бросался никогда в глаза. Так, это лючок, инсталляция. Да, там все коммуникации. Там у нас ничего, без фанатизма, все. Коллектор отопления, соответственно, подача красным, обратка холодным. Горячее, холодное водоснабжение. И полотенцесушитель, и перекрывная арматура. А, ну да, полотенцесушитель. Полотенцесушитель водяной, не электрический. Ну, это получается от отопления. Ну, так, это от горячей воды здесь. А, горячей воды. Горячий, да. Так, стиралка уже стоит, умывальник стоит, зеркало с подсветкой стоит. Кто хочет сэкономить, пожалуйста, можете все обычное делать, не подвесное, там тюльпан поставить в конце концов. Но это все на любителя. Погнали дальше. Понятно. Показываю. Кстати, мы дверь с тобой пропустили. Да, давай посмотрим дверь. Вот, посмотрите, она такая подбиралась под цвет прям, да, получается, обои. Прям обратите сочетание, внимание, да. Она идет в алюминиевой рамке. Соответственно, это не дешевый вариант двери. Вот этот комплект стоит где-то в районе 25 тысяч рублей. Я имею в виду, это коробка, полотно, обналичка и доборы. Давай сразу зрителям скажем, это эффективнее, вот, чем обычная деревянная дверь? Вот эта алюминиевая рамка, что она дает? Я думаю, да, эффективнее. Она защищает, можно сказать, даже все эти торцы от каких-либо повреждений. Блин, ну так-то да, не будет сколов никаких, да? Да, никаких сколов, ничего не будет. И она же не уже в алюминиевой рамке, они уже впиливаются с завода, соответственно. Все стандартно уже идет. Да. Ой, а здесь же мебель уже, да? Тоже можно показать. Вот смотрите, куда здесь электрику. Шкаф. Электрика новая вся делалась. Обычные автоматы. Угу. Там слаботочка. Ой, я думал сейф. Такая штука торчит. Нет, там слаботочка, розетка для роутера, соответственно, там будут соединяться антенны, провода и интернет. Так, ну это вот типа гардеробный все такой, да? Ящички. Нормально. Даже здесь еще выдвижная подобных. Нет, обувь сюда не влезет, наверное, там. Тапочки. Тапочки только. Тапочки какая-то мелочь. Так, пойдем, наверное, вот в эту комнату. Это гостиная у нас. Кондиционер, кстати, ребят. Нужен кондиционер, не нужен? Напишите в комментариях, если вы проживаете в московском регионе. Я считаю, что нужен. Один раз его поставить, а там уже видно будет. И фирма, кстати, ребят, здесь использована. Посмотрите, Daihatsu, да? Ага. Это не Toshiba, ничего. У меня лично дома стоят такие два кондиционера. И, в принципе, работают уже, наверное, на протяжении 4 лет. Все нормально, что? Да? Смысл переплачивать за бренды, я... Так, вижу. Вот получилось достаточно, смотрите, эффективно. То есть двухспальная кровать, это, так сказать, небольшая такая зона. Здесь еще что-то будет, да, я так понял? Здесь будет перегородка раздвижных дверей купе. Ага. Делить спальную зону. Посмотрите, что такое парящий потолок. Это отдельная тема. Мне, кстати, вообще очень нравится. Подсветку можно выбрать как холодную, так теплую, так какого-то цвета, там, да, голубую, там. Посмотрите, как это все очень красиво и современно выглядит. Но учтите, что это по работам и по материалу будет, наверное, раза в два дороже, чем обычный, потолок. Потому что здесь используется специальный алюминиевый профиль, ага, который вклеивается диодная лента. Ну, это как уровень еще одного потолка же получается, правильно? Каркас сделать. Да, соответственно, я говорю, это удораживает ваши... Как говорится, расходы на... Увеличивает стоимость. Увеличивает стоимость, да. Так, люстра, есть светильники, есть диван, который тоже раскладывается. Все вот в таких бежевых, нейтральных тонах. Вот, кстати говоря, если вы делаете квартиру, например, на продажу, ну, есть же такие люди, то вот такие цвета, как серые, бежевые, что-нибудь такое невызывающее, они гораздо эффективнее для последующей продажи новым каким-то... Также... Здесь людям. У нас монтаж, карниз скрытого монтажа. Ага. Как вы видите, что здесь нет никаких обычных карнизов. Изначально установили, но потом ребята уже переделали по желанию заказчика. Все, мебель, бытовая техника. Вот как смотрится, когда уже вот в готовом варианте. Пусть небольшая, там сколько у ней квадратных метров? 38. 38 с балконом? Да, по-моему. С бал... 39 с балконом. 39 с балконом. Вот такая уютная получается однокомнатная квартира. То есть, и если выбирать, так сказать, для жизни, то для двоих вполне сойдет. Ну, то есть, вот как гостиная, есть спальная зона, да, и есть еще кухня. Так, ребят, плинтуса использовались обычные, пластиковые. Угу. Не МДФ, ничего. Но, как видите, они тоже смотрятся неплохо. И по цене тоже
недорогие. Ну вот насчет плинтусов, мое мнение, это вот кому как нравится, кому не принципиально, потому что половина вот этих плинтусов, она заставлена как все равно какой-то мебелью, да, и если кто-то там начинает выдумывать какие-то, знаете, теневые плинтуса, а потом все это заставляет и при этом переплачивает просто космические деньги, ну, не вижу смысла, хотя вы напишите в комментариях. Пойдем дальше на кухню. Подожди, давай еще. Еще? Переключатели розетки. У нас это фирма Legrand, как вы видите, да? Но это у нас старая серия, если не ошибаюсь, называется Valena. Ей, наверное, уже порядка 10 лет. У меня также дома они установлены, себя зарекомендовали. И по цене они, в принципе, из всех Legrand'ов, наверное, самые дешевые серии, потому что она уже старая. Ну, сами видите, она хоть и старая, но смотрится очень красиво. Ну да, вот они установлены. Пойдем дальше. Показывай нам кухню. Кстати, есть подогрев полов. Да, теплый пол был смонтирован в коридоре. Вот у нас регулятор теплого пола для коридора. Это у нас регулятор теплого пола для ванной. Там электрический, эти обычные, такие простенькие. Электронный. Там электронный, да, здесь механического типа. И также есть регулятор теплого пола на кухне, потому что в кухне тоже. Так, заходим на кухню. Я, ребят, здесь первый раз, только по видео смотрел. Посмотрите, она однокомнатная квартира, да? Вот сейчас еще нужно будет вот этот холодильник, я так понимаю, вот в это место поставить. Да, просто с фабрики слегка ошиблись. Напутали и сделали, привезли фасад с другой стороны с отверстием. Но сейчас должны подвести и уже до конца доделать. Так что этот холодильник будет встроенный вот здесь. И вот это вот будет как столовая часть. Стулья, соответственно. Здесь еще висеть телевизор будет. Люстра. Здесь вы тоже видите карниз скрытого монтажа, но с подсветкой. Здесь диодная лента также встраивается. Здесь подсвечивается только карниз. Бытовая техника, все уже месте, есть, да. Все на месте. Индукционная плита. Да, индукционная. Индукция. Все работает. Это наши компаньоны. Которые занимаются мебелью. Чисто мебелью, да. То есть, если вы будете ремонтировать квартиру через нашу компанию, проблем у вас не будет по поводу там поиска, кто вам сделает кухню, кто вам привезет даже мебель и так далее. Так, ну, вот давай это вот. Откосом еще так же спрятать. Давай. Ребят, откосы сделали из сэндвич панели, из пластиковых. Ну, по одной простой причине, наверное, потому что это будет и дешевле, чем штукатурить потом. Под покраску. Под покраску, да. И я думаю, это более надежно, потому что если есть какая-то точка промерзания, то ваши крашеные откосы начнут желтеть. Соответственно, лучше используйте пластиковые. Их и убирать проще. И мыть, да, проще. И все. Так, ну это у нас балкон. Здесь тоже лоджия такая. На полу. Отлично. Короедом сделали, да? Да, здесь короед. Также натяжные потолки. А, ну включи. Точечное вот, все освещение. Работает. Ну, отлично. Ну, как видите, вот эти вот неправильные фасады. Так, это вот вид получается на придомовую территорию. В общем, что я могу сказать? Поздравляю вас с законченной квартирой, полностью под ключ. Вот, в общем, ребят, если вам нужен ремонт, вы, пожалуйста, к нам обращайтесь. Сергей, представитель нашей компании, номер телефона я там подкреплю под видео. Вот, ну а мы едем работать дальше, но это будет уже в следующем видео, поэтому не пропадайте, прожмите, пожалуйста, нам лайк для поддержания нашего канала. И кто не знает, есть у нас канал, называется Мастер Хаус Мытище. Это канал, который ведет Сергей. Да. Вот, и там очень много полезной информации именно по ремонтам в городе Москве, Московской области. Всем пока. Пока-пока.